Так, вот я пришла домой. Мой обзор покупок. 99 рублей в пятерочке стоит. 74 рубля забрала последнюю гречку. Также купила яблочки. Балабаль. Вот, кстати, у них сок не очень. Вот. А сами яблоки мне очень-очень безумно понравились. Такие прям они сочные, прям вкусные. Похоже даже как у нас на даче. Бывают противные вот яблоки, я пробовала. Это 99 рублей за килограмм, но выяснилось, что тут у нас 1,5 килограмма, целый мешок. И вот этот хлеб. Хлеб был по скидке, так он 37 стоит, а был 23, что ли, как-то так. Очень нравится мне этот хлеб, именно вот такой широкенький. Кстати, напишите в комментариях, в каком городе вы видели еще этот хлеб. Или такой же, может быть, упаковка такая же, может, продается еще где-то. У нас, если что, Самара. Вот такой вот небольшой у меня был наборчик. Гречку забрала последнюю. Другие каши есть, в принципе, так вот. А гречка вот последняя. И этот был 99 рублей. Две штуки таких взяла.